Около 500 школьников, мечтающих стать полицейскими, приехали на республиканский форум в Алматы. Чему они научились, расскажет Гафу Уали. Киберпреступность – это современная модель преступной деятельности, и с этой угрозой казахстанские полицейские успешно борются. К примеру, не так давно они пресекли деятельность международных телефонных мошенников. Как известно, в основном звонки от них поступают с территории Украины и России, поэтому МВД страны заключило меморандум с украинскими коллегами. В результате было заблокировано около 17 миллионов звонков злоумышленников, задержан 41 человек. Об этом сегодня рассказал молодежи министр внутренних дел страны. Действительно, есть современные вызовы, которые влияют на структуру преступности. И если сегодня мы видим, что те правонарушения, которые совершаются путем кибертехнологий, они занимают определенное место в структуре выявляемых нашими правонарушений. И поэтому настало время, что в первую очередь, конечно, должно быть неотвратимость наказания, то есть лица, которые совершили эти уголовные правонарушения, должны обязательно быть привлечены к установленной уголовной ответственности. В рамках форума школьники участвовали в тренингах, на которых их учили применять теорию на практике. А еще они участвовали в конкурсе по двум номинациям – «Лучший IT-талант» и «Лучший следователь». Победители получили ценные призы. Конкурс был довольно сложный, то есть проходили три этапа. Это не был конкурс вот в один день, то есть мы ждали результаты с нетерпением, потому что, ну, действительно было интересно испытать свои силы, попробовать себя, посмотреть, на что ты способен. Ксения, так же, как и другие участники форума, мечтает работать в полиции и бороться с киберпреступностью. Ее желание легко может исполниться. В Алматинской академии МВД открывается киберфакультет. Гафу Уали, Султан Бисекенов, Хабар 24, Алматы.